О, ребят, всем привет! Всем привет, ребят, там всем соскучился. Надеюсь, у вас выходные прошли очень хорошо, потому что предстоящая неделя будет очень жаркой. И сейчас мы про это, собственно, и поговорим. Ребят, всем привет, как дела? Начинаем нашу обычную планерочку по понедельникам. Все активные партнеры здесь. Все будущие флагманы S-Trade присутствуют. У нас 50 человек. Ну, остальные, наверное, подтянутся чуть попозже. Давайте потихоньку начинать. О, спасибо за обратную связь. У всех хорошо дела. Ну, конечно, мы же в такой компании работаем. Как у нас могут быть плохо дела, да? Ну, супер. У нас, ребят, куча новостей. Куча отличных новостей. И очень много интересного. Давайте обо всем по порядку. Итак, начинается у нас декабрь. Мы, ребят, завершаем 2016 год. Это была такая разминочка у нас, да, как перед тренировкой. Ну, давайте, собственно, о прошлой неделе начнем с этого. Наши трейдеры, как всегда, отлично сработали. Великолепно. Надеюсь, вы уже успели прочитать отчет. Он достаточно интересный был. А что происходило на рынке на эту неделю? Ну, думаю, вы все заметили, да? У нас упал биржевой курс эфира. Это не хорошо, не плохо, это просто так есть, это нормально. Наши трейдеры из этого извлекли прибыль, судя по отчету. Ну и также биткоин. Ну-ка, ребят, кто самый внимательный, напишите пик биткоина на прошлой неделе. Биржевая стоимость его какая была? Кто видел? Да, Дима, абсолютно правильно. 777. Это прям такая красивая цифра. Многие на ней ставили take profit, это инструмент рыночный. То есть прибыль пофиксировали на ней. Коротенькая коррекция. Дальше пойдет опять вверх. Скорее всего, да? Супер. Я лично успел хорошенечко продать биткоин и прикупил себе эфира. По секрету скажу. Мне кажется, самое время. Ну окей, кто не успел прочитать отчет, читайте, все было интересно в нем. И наша прибыль составила, как инвесторов, 3% и 35 сотых. Ну, неплохо. Окей, продолжаем развиваться. Ну, вот недавно с коллегами поспорили, говорят, ты, говорит, заниженные цифры, говоришь, у нас на самом деле больше. Ну, возможно. Пока что успел увидеть, это за прошлую неделю нас стало на 213 человек в команде, на нашей больше. Это активные уже проплаченные партнеры, потихоньку вкручиваются в работу. Сразу скажу, мы решили подумать о наших новичках, и в ближайшее время, ну, до Нового года, мы запустим такую, ну, курс молодого бойца, что ли, да, такую, чтобы самые-самые новички быстро могли войти в тему криптовалют, быстро войти в тему нашей компании и быстро начать продавать. Ну, то есть делать результаты, делать чеки. Вот, это для наших новичков. Поэтому приглашайте людей, они будут вам очень благодарны. Будем с ними больше работать. Идем дальше. Serenity. Serenity, как вы знаете, это предпоследняя квалификация, почти пик карьеры. В прошлую неделю мы поздравляли наших ребят, которые, ну, практически одновременно за неделю выполнили эту высокую квалификацию. На данный момент в СНГ всего 7 таких статусов Serenity. И у нас добавился еще один человек в этом статусе. Ура! Поздравляем, ребят! Это отличное достижение. Конечно, со временем будет все больше и больше. И в следующем году уже появится, думаю, что максимальный статус нашей компании – это сооснователь, да, софаундер, как вы видели. Вот, в общем, ребята, все молодцы. Поздравляем и ждем новых людей в этой квалификации. Как вы понимаете, она открывает очень интересные возможности. Это и расширенная реферальная программа. Сразу чек вырастает где-то, ну, 2-2,5 раза примерно, вот так вот, если с Метрополисом сравнивать. Ну и лимиты на вывод. Отлично. Помните, что мы в прошлый раз, ребят, с вами объявляли конкурсы. Кто помнит название на прошлой неделе? О чем мы говорили? Я их специально потом не пиарил, кстати, в канале в нашем.
специально, чтобы самые внимательные могли принять в них участие. Ну ладно. Это был географический конкурс. Да, географический. Нужно было в группе запилить из личного кабинета, посмотреть свое партнерское дерево и найти там интересные флаги. Интересные флаги, которые не из СНГ. В СНГ мы уже очень бурно, ребят, развиваемся, уже никого не удивить флагом одной из наших стран. Вот, мы хотели какой-нибудь экзотики и долго думали, как выбирать победителя. Но он достаточно был такой однозначный. Заходим в группу и смотрю, что происходит. Видите, сколько стран, целый интернационал, и это все, собственно, один человек. Как вы думаете, кто? Он даже подписал, видите, не поленился. Каждый подписал страну каждого флага. Кстати, условия конкурса надо слушать, ребята, внимательнее. Вот вернусь назад. Помните, нужно было прокомментировать страна и столица. У меня вот лично есть один флаг в дереве, я уже не знаю, я уже все справочники перелистал и не могу понять, что за гондурас у меня там поселился. Ну ладно, пускай развивается, пускай работает. Ну и кто же у нас победитель, как вы думаете? Конечно, это человек-танк. Человек-танк. Это как раз один из тех, кто сделал квалификацию в Serenity. Все, что отличает нашего дорогого Ильнара от неуспешного партнера, это то, что Ильнар просто каждый день работает. Просто берет ребята и каждый день работает. У него каждый день скайпы, каждый день встречи, каждый день он активно в сети. Все, секрета вообще никакого нет. Компания наградила Ильнара вот таким сертификатом. Это такой отличительный знак топ-лидера. Да? И, ну, конечно, это были все его страны. Посмотрите еще раз. Это просто какой-то, не знаю, маленький континент, мне кажется, Ильнар захватил. Ну да, конечно же, он победил. И по условиям, как вы помните, у него на выбор есть несколько... Ильнар, привет, ты здесь? Я тебя не увидел еще в чате. Это либо $20, либо это две эфирки, но поскольку эфир упал, как мы видели из отчета, ребят, давайте сделаем для справедливости три эфирки. Но это на выбор, да, не все сразу. Либо в биткоинах там номинал. В общем, Ильнар, поздравляю. Конкурс, ребят, продолжается. Его никто не отменяет. Раз в неделю $20 кто-то получает. Все, что нужно, зайти в группу и залить и какую-нибудь интересную сторону из своего дерева. Ну, ничего сложного. Окей. Также у нас есть, как вы помните, на активность группы. Ну, кстати, я думаю, что многие не помнят, потому что не так уж... У нас выросла активность в группе, хотя, в принципе, она на достаточно таком интересном, хорошем уровне. Мне тут, знаете, недавно сказали, ой, да что типа ваша группа, у вас там 1000 человек, и фу, что это такое? У меня вон 5000 группа, но там 5000 собачек группа, а у нас группа полностью живая, ребята, никакой накрутки, только действующие партнеры, только активные люди, и ну, по лайкам, репостам вы видите, что происходит. Окей, давайте сейчас разыграем победителя. Давайте плюсики в чат, кто хочет сейчас разыграть победителя, и может быть это окажется он. Приз $10, да, как мы помним? Так, для этого мне нужно включить демонстрацию экрана. Сейчас все сделаем открыто и честно. Так, о, плюсики полетели. Ну ладно, отлично, раз вы так хотите активно, то супер. Давайте, смотрите, включаю свой экран. Таран-даран. В прошлый раз, когда включил свой экран, помните, это было на тренинге, да, по риторике, одна женщина попросила меня личный кабинет свой показать. Ладно, надеюсь, сегодня такого не будет. Все, видно мой экран, да? Смотрите, все просто. Идем в группу, в нашу группу, Estrade.org. Вот она у нас, единственная официальная группа. Уже скоро мы, кстати, вот здесь все доделаем, я знаю, обещаю каждый раз, но, ребят, честное слово, скоро. Там целая энциклопедия будет по криптовалютам. Ну, пользуюсь рекламой, да, на правах рекламы. Ребят, вот здесь вот у нас, в этом разделе, все полезные ссылки. Почему-то вы очень мало ими пользуетесь. Переходите сюда. Здесь можно попасть на вебинар, не искать нигде ссылку. Здесь можно попасть в чат Телеграма, в скайп-чат. Кстати, у нас есть скайп-чат.
Тут же канал Телеграма новостей. Не пропустите ни одну новость. Там никакого флуда, спама, только новости. Это односторонний канал связи. Тут же ссылки на все обменники, на наш YouTube-канал и, в общем, все, что может быть вам полезно. Поэтому и пользуйтесь. Ну окей, возвращаемся к победителю. Давайте сделаем следующим образом. Мы найдем какой-нибудь интересный пост. Кстати, вот сегодня вот в начале, да, посмотрели короткий ролик. Это очередная акция благотворительности от нашей компании. Она проведена во Вьетнаме. Ну, бедные детишки из небогатых семей и ребята вот в наших футболках пришли к ним на помощь. Провели такое мероприятие благотворительное. 30 лайков. Окей, ищем дальше. 26 лайков. Ого! 245 лайков. Это кто так отлайкал тут нас? Собак, что ли, накрутили? В общем, я к чему? Давайте выберем сейчас какой-нибудь пост. И из тех, кто его лайкнул, мы разыграем победителя. Ну, странно. 250, ничего себе. Окей, давайте возьмем его. Копируем. Копируем, значит, на этот пост ссылочку. Идем в определить победителя. Есть такой сервис, оказывается, нашел его сегодня. Вставляем сюда. Город победителя не важен. Криптовалюта может улететь в любой город, будь то Гондурас или Лас-Вегас. И среди лайкнувших, да? Ну давайте, для справедливости лайкнувших. Ну и нужно состоять в группе, конечно. Тыкаем кнопочку. Тык. Кто же? О, Дмитрий Караваев. Класс. Дмитрий, поздравляю, спасибо тебе за активность в группе. Ты здесь? Может быть. Скажи что-нибудь. Привет. Угу. Ну, окей. Видимо, его нет, но я тогда ему напишу. Привет, ты победил. Свяжись со мной. Все, на этом счастливчики у нас закончились. Поздравляем победителя. И давайте пойдем дальше. Быстренько пробежимся по важным моментам, которые нам сегодня нужно обсудить. Так. Ну, то есть, ребят, это можно выиграть $10 каждую неделю буквально. Приходите на планерку. В нашей группе проявляйте активность какую-то, мы пишем интересные статьи, у вас будет больше знаний про компанию, про криптовалюту и будете в курсе новостей. Поэтому заходите в группу, лайкайте и, может быть, вы будете победителем. Каждую неделю, в принципе, шансы у всех большие. Так что заходите в группу, если что. Ну, а мы едем дальше. Давайте самое интересное. Ребят, декабрь месяц зимний, вроде бы холодный, но не в нашем случае. У нас месяц будет просто горячий. Весь декабрь у нас утыкан событиями. Внимание на экран. 9 декабря, Екатеринбург, открытие клуба. Ну, клуб – это офис, да? Это офис, офис для партнеров. Поэтому, ребят, кто живет в Екатеринбурге, либо рядышком, знайте, что теперь у вас есть площадка, куда вы можете прийти, получить все ответы на вопросы, либо привести инвестора и с ним мы прекрасно пообщаемся, расскажем все о компании и с большой вероятностью этот человек захочет стать частью нашей компании. Либо просто инвестором. Да? Поэтому для тех, кто живет в Екатеринбурге, пишите мне ВКонтакте и договоримся. То есть, ну, открытие будет такое яркое, фееричное, ну, а потом будет просто офис работать в штатном режиме, ждем всех. Потом, Москва-Сити. Самое сердце страны, сердце бизнеса страны, открытие нашего клуба. Да, Антон. Ребята, это очень знаковое событие, это будет очень крутое мероприятие, яркое, интересное и очень знаковое. Это значит только одно, что наша компания развивается просто на всех парах. 2 месяца назад нас еще не видела Алекса, сейчас мы уже на 3-й строчке по активности в компании среди стран. И вот,
Вот она, та точка, за которую мы получаем просто level up. После этого события просто начнется уже другой масштаб бизнеса, другие скорости, другие партнеры будут приходить, другие чеки начнутся, другие инвестиции будут вливаться. Запомните этот день. 11 декабря. Это знаковое событие для всей нашей компании. Ну и в основном, конечно, для нашей команды. Ребят, давайте плюсики, кто в Москве и хотел бы попасть на это мероприятие. Есть такие у нас москвичи, желающие познакомиться? Так. Это понятно. Ребят, хоть сегодня у нас понедельник, да, открытие будет в воскресенье, впереди целая неделя. Но кому не терпится, пожалуйста, свяжитесь с Антоном. Антон у нас активный партнер в Москве. Он вас проконсультирует, как можно попасть в офис даже раньше. То есть до вот этого праздничного открытия приходите, пообщайтесь. Познакомьтесь, посмотрите, как выглядит Москва с 19 этажа. В общем, понятно. После этого, как вы помните, мы запускаем офлайн-марафон. Это пока такой тестовый перед Новым годом, чтобы успеть сделать что-то интересное, пообщаться, встретиться всем вместе. И 15 декабря. Конференция в Уфе. Ребят, есть кто-нибудь из Уфы? Давайте плюсики в чат. Кто у нас тут из тех мест? Уфа – прекрасный город, давно в нем не был, и с удовольствием туда съезжу. Буду вести конференцию я. Это будет интересное информационное событие. Такой очень полезный ивент. Соберутся многие интересные люди. Конечно же, наши партнеры. Это не будет какой-то скучной презентации компании, это будет такая яркая инфотусовка. Ну, тема криптовалюты, конечно, и успех развития, все, что с этим связано. Поэтому пишите мне, тоже, кто хочет попасть, мы с вами уже там скоординируемся. На данный момент пока помещение точно вам не скажу, но все будет в наших новостях в канале. 17 декабря. Возвращаемся в нашу Москву золотоглавую. Это уже серьезная конференция, где будет очень много партнеров. Я приглашаю очень крутых спикеров на тему криптовалюты, инвестиций. Это будет действительно очень крутое мероприятие. Несколько часов оно продлится, кофе-брейк, потом еще несколько часов. В общем, будет интересно. Все подробности тоже будут чуть позже. Все, кто в Москве либо рядом, обязательно приходите. Это будет очень полезно для вас. Ну и под конец, куда нам еще полететь, как не в Якутию. Новый год же на носу. Хочется вкусить зиму по полной. В общем, ребят, кто из Якутии? Город Мирный и Якутск. 23-24 декабря мы там. Мы там собираем зал, проводим тоже яркую, интересную встречу. Приходите и приводите партнеров. Подробности будут в наших каналах. Идем дальше. Открытие офисов. Чуть поподробнее. Открытие офиса в Екатеринбурге – это самый центр города, сердце города, Green Park, Роза Люксембург, 22. Наш офис 207, второй этаж. Приходите. После того, как мы запустим офис 9 числа, он начнет работать в штатном режиме. Офис будет вообще классный. Что-то наподобие Google. Рабочие места такие легкие, комфортные, современные. Любой партнер может взять ноутбук под мышку, если ему особо негде работать. Пожалуйста, приходите, для вас оборудованы рабочие места, кофемашина, интернет, все, что нужно для хорошей жизни. Приходите и работайте, приводите с собой инвесторов и общайтесь с ними там. Будет все. Маркетинг-киты, какие-то печатные материалы. Опять же, я в основном буду рядышком, если нужно помочь с серьезным лидером или с крупным инвестором. Без проблем. Москва-Сити. Ну, это вообще просто мечта. Представляете, 19 этаж с видом на Москву. Адрес вы видите перед собой. Ну, подробности узнаете у Антона. Пишите ему, он вам подскажет. Движемся дальше. Ребят, давайте плюсики. Как вам новости вообще нравятся? Видно, да, что на месте-то мы не стоим. Это такое развитие достаточно бурное. А что в 2017 году начнется, вы вообще себе не представляете. Даже я не представляю, потому что грядут изменения определенные в компании. Это очередной опять левый лап. Понимаете, левый лап.
Ребята, Apple, как корпорация, она начиналась в гараже у Стива и другого Стива. Понимаете? Корпорации огромные, мощные и суперкрутые компании, они не появляются вот так вот. Они не выходят сразу из налоговой, как бы с набором документов регистрационных, и у них уже все, весь мир захвачен. Идет поэтапное развитие. Поэтапное. И в нашем случае мы вот видим, что в данный момент наша компания это вот такой пейджер. Просто пейджер. А из него появится даже не то, что iPhone, а целый MacBook Pro причем. Самой крутой комплектации. То есть мы в начале пути. И вот сейчас 83 человека в чате. Ребята, я вас просто поздравляю. Это тот шанс, который надо просто брать и использовать. Вы же видите, как компания развивается, как она в разных странах просто ставит вот флажочки. И это будущие те центры, из которых будет уже вот такой окончательный глобальный взрыв. Будет расширяться вообще все. И функционал сайта, и предложение для инвесторов. Ну, об этом, в принципе, позже. Пока понятно, что все очень круто развивается, но конкретные формы, которые сейчас мог бы я вам рассказать, ну, пока нет. То есть даже мои руководители из компании, они говорят, ну, вот пока в процессе формирования. Поэтому давайте пойдем дальше и посмотрим, что нас ждет еще. Ну, Якутия молодцы. Всем от них привет. Это старый слайд. Мы туда вернемся. Уфа. Подробности небольшие. То есть либо 14, либо 15 число. Сейчас мы окончательно определимся, вся информация будет у вас. Вообще, все города-миллионники, ребята, вот давайте соточки. Кто живет в городах-миллионниках? Давайте просто вот в чат. Ну, либо хотя бы у вас там ну, 800-900 тысяч населения. Вот. Вас же много, я знаю. Да-да-да, отлично, полетели соточки. Ребят, у вас для работы будет вообще все. Все и еще больше. У вас у всех будет возможность прийти в качественный, дорогой, современный офис, где работают профессионалы. И там уже ваши шансы на успех будут просто многократны. Понимаете, вы уже не то что один, а за вами целая огромная площадка со всеми возможными инструментами. Поэтому, как вы помните, у нас на 2017 год 50 офисов. Это наш план. Это ну, прям поставленный по смарт-пу, вполне конкретный, осуществимый план. В 2017 году, я думаю, мы это сделаем. Поэтому всех поздравляю, кто живет в крупных городах, кто живет не в крупных городах, у вас шансов не меньше, никто не отменяет онлайн, да? Итак, конференция, ну, в принципе, я все уже рассказал, да? Поэтому уже пробежались. А есть кто из Мирного, кстати, ребят, просто так удивлюсь? Либо Якутия. Нет? А, о, Андрей, привет. Ну, думаю, увидимся. Ладно, давайте дальше. Не так много оказалось партнеров. Телеграм-бот. Все видели, что у нас одна из новостей – это появился телеграм-бот. Это ну, прикольная штука такая. Не все еще разобрались, я знаю, как пользоваться. Смотрите, у кого еще до сих пор телеграмма нет, то в первую очередь, конечно, его установить. Пора уже. Тем более, что у нас основные ресурсы наши партнерские информационные не в телеграме. А как его установить? Ребят, очень просто. Пишите в поиске, где у вас контакты. Собачка EstrateBot. Он вам находится и жмете кнопочку старт. В этот момент он активируется и спрашивает, собственно, у вас, какой у вас логин в системе. Вы из личного кабинета копируете ему логин, да, S и 6 цифр. И все, он к вам пришивается. С этого момента он будет вам сообщать новости, какие-то движения по вашим средствам и все, что может быть вам полезно. То есть это ваш такой помощник. Пока он работает на английском языке, в ближайшее время будет расширяться его лингвистический состав, в том числе русский язык появится. Ну, будет поудобнее. Так что установите, поиграйтесь. Прикольная вещь, полезная. Следующая. Супер радостная новость. Многие сейчас, наверное, топают ногами от радости. Метрополис. Можно получить, подать заявку для новых партнеров в течение декабря. То есть, помните, мы сначала очень переживали, что у нас в конце октября это отберут, потом мы ноябрь проработали, и за наши успехи, за наше развитие компания нам дает еще декабрь. Поэтому давайте, как вы рады, поставьте плюсики.
новым партнерам, кто к нам недавно присоединился, ребята, это такая возможность. Успевайте, пожалуйста. Успевайте. Ну, чтобы в будущем получить этот статус, который открывает большие возможности, между прочим, вам придется привлекать инвестиции там, порядка 1 000 000 рублей. Да? Двух миллионов рублей. Пересчитал. Поэтому, ребят, успевайте. Ну, давайте вернусь, кстати, мне этот вопрос, потому что уже достаточно бесит. Чтобы получить статус метрополис? Я знаю, все знают, но почему-то каждый день кто-то норовит задать этот вопрос мне. В первую линию у вас должно быть 5 человек. Во вторую линию 10. То есть вы подаете заявку. Как это сделать? Есть инструкция в нашей группе, в разделе «Документы», там файл «Инструкция и стрейт». Там как это сделать. Вам этот статус дают, но вам за неделю нужно сделать 5 человек в первую линию, 10 человек во вторую линию и общий групповой товарооборот в 1000 долларов. Ну это вообще легкотня, я не знаю. Кто это не может сделать, тому ну, не нужно вообще партнерскими программами заниматься. Ну, опять же, неделя, но если компания видит, что у вас идет движуха, вы стараетесь, у вас что-то получается, вам еще неделю вам предоставят. Поэтому за 2 недели уж, думаю, успеете. Окей, давайте дальше. Прошла конференция в Малайзии. Ну, новость видели, да? 2 молодых парня, энтузиасты тоже от биткоина, ее провели, собрали людей, была яркая, интересная встреча. В Азии, как вы знаете, криптовалюты сейчас достаточно себя уверенно, хорошо чувствуют, у них много поклонников. Ждем фотографии от наших партнеров. И благотворительность опять продолжается от компании, в этот раз во Вьетнаме. В начале как бы нашей планерочки вы видели, да, этот ролик. Кому понравилось, поставьте соточку. Я вот когда вот такие видео смотрю от компании, когда ребята в наших футболках из трейдерских вот что-то такое доброе делают, и прямо ой. Прям так хорошо на душе становится. Ну, действительно, компания, у которой отличная прибыль, высокие показатели финансовые, я считаю, что социальная ответственность должна присутствовать. И вот как ведет наша компания себя, мне очень нравится. И ну, по секрету скажу, что и на Россию будет выделен определенный благотворительный бюджет. Поэтому, ребята, мы с вами, как партнеры активные, можем вместе сесть и подумать, кому мы можем помочь. Это может быть детский дом, либо да хоть приют для бездомных животных. То есть у нас будет возможность руками компании сделать какое-то доброе дело. Кто рад, давайте плюсики. Ну и в Китае. В Китае тоже планируются благотворительные акции. Окей, давайте дальше. О, класс, столько плюсиков. Спасибо, ребят, за обратную связь. Я знаю, что здесь хорошие люди собрались, поэтому благотворительность, думаю, многим вам является такой актуальной. Немножко, что же у нас продолжается? Полным ходом также идет конкурс трейдеров от компании. Призовой фонд 6000 долларов, и победитель, ему будет предложено занять место в команде трейдеров нашей компании. Классно, классно. Благотворительность мы уже проговорили. И я вот удивляюсь даже иногда. Оказывается, наша компания вообще случайно узнал. То есть, знаете, есть страны, где у молодого человека есть выбор либо торговать там наркотиками, либо в банду вступать, либо спортом заниматься. Вот наша компания, оказывается, занимается поддержкой спорта, но даже не афишируя. Ну, в будущем, думаю, сделают какой-то сюжет хороший, мы сможем увидеть эти кадры. Итак, третий поток супертренинга. Супер мощного тренинга по онлайн-продвижению. Спецназ и стрейт, уже третий поток. Все те ребята, у которых вы видели статус Serenity, они, ну, не все, ну, короче, 75% из них прошли как раз это обучение. Подробности, как туда попасть, будут чуть позже. Скажу сегодня. Риторика. Ребят, поставьте 1000 в чат, кто был на первых 2 занятиях риторики, ему понравилось. Очень много хороших отзывов было. Даже не ожидал. Нужно, конечно, продолжать эти уроки, и мы будем их прокачивать. Каждый наш партнер активный, кто хочет успеха, мы ему дадим эту возможность получить эти навыки, эти знания и использовать их на благо своего
А есть те, кто пропустил риторику, внезапно для себя обнаружил, что записи ее никто никуда не выкладывает и очень расстроился. Поставьте минусы в чат, кто прям опечалился тем фактом, что не попал на риторику. Угу, угу. Есть такие, да? Алексей Чиженко, да ты что? Это ты зря, конечно, пропустил. Ребят, давайте так. Я подумал, что это какой-то замкнутый круг. У человека нет результата, нет статуса метрополис, он не может получить как бы записи. А нет результата, потому что у него нет как бы риторики в голове, да? Помните вот основы риторики? И такой замкнутый круг. Того нет, и того нет. Давайте сделаем так. Если все очень-очень постараются, и у завтрашнего поста, который в нашей группе выйдет, какой-нибудь интересный пост про криптовалюты, будет 50 репостов, либо 100 лайков, мы в течение декабря выложим запись в нашу группу. Да, согласны? Давайте, если согласны, плюсики в чат. Завтра в течение дня. Я сам сяду, прям выделю время и напишу какой-нибудь суперинтересный пост. Вам и так его захочется лайкнуть или постнуть, но тут еще вот такой мотиватор небольшой. Ну все, класс, договорились, давайте сделаем так. Ну, потому что действительно это необходимые навыки, пока суперсекретов там нет, я думаю, что мы поделимся со всеми. Все, договорились, давайте дальше. Как вы понимаете, ребят, в спорте, ну, в принципе, даже в жизни, есть три первых места. Давайте, кто согласен, соточки в чат. Вот есть первое место золото, есть серебро, есть бронза. Все остальные, кто идут дальше по списку, в принципе, никому нафиг не интересны. Есть такое? Вот спортсмены это прекрасно понимают. Неважно, у тебя четвертое место или девятое, ты не носишь медаль. И складывается такая ситуация, что ранжирование, оно есть везде. Но вот куда ни взгляни, все равно, вроде не спорт, не соревнование, но вот какое-то ранжирование, то есть порядок, да, он везде есть. И так случается, что мы с вами, ребят, уже активно работаем, ну, чуть-чуть больше двух месяцев, да. Помните, когда на сайте alexa.com мы вбивали как бы straight.org и видели, что Россия это такое вот безжизненное пятно серое, вообще ноль активности. Тут я и наши ребята ключевые, да, мы подключились, создали нашу команду и начали прям активно, ну, посистемно именно командой вместе работать. И вот, собственно, здесь мы все вместе, сейчас с вами на планерке, нас 100 человек сейчас в эфире, почти 93. И мы неплохо начали развиваться, но понимаете, что происходит? Тут появляется наглая Япония. Наглая Япония. И просто откуда ни возьмись, просто врывается в наш топ-5 стран и подкрадывается к нам, замечу, за 3 недели прямо вообще вплотную. Заметьте, мы сейчас идем после Китая и США на 3-м месте. Мы всего лишь там порядка 6%, да, от компании, но все равно это, ребят, 3-е место. А что значит 3-е место, ребята? Помните, я 10 раз повторял, регион приоритетного развития. Нам офисы. По стране нам компания с Родина в опасности. Давайте все напряжемся. Праздники, конечно, на носу, все понимаю, но нельзя терять 3-е место. Каждого активного партнера я призываю немножечко напрячься и делать чуть-чуть больше, чем он может. И тогда мы сохраним наше 3-е место, и компания на нас будет до сих пор смотреть, как на регион приоритетного развития. Пахать. Приглашаю присоединиться к моей программе. Ну ладно, давайте дальше. Что нас ждет на этой неделе? Неделя будет интересная. Сегодня у нас планерка, как обычно. Завтра вебинар от компании. Приходите, разыгрываем.
20 долларов 3 раза подряд. Будет интересно. На этом же вебинаре я дам ссылку на регистрацию в поток обучения спецназ S3 третий поток. И там же, внимание, я дам ссылку на оставление своих контактных данных для получения золотой монеты от компании. Поэтому советую всем прийти на вебинар. Я планирую обновить немножко контент, будет интересно. Во вторник, опять же, тренинг спецназ S-Trade. Ребята, спецназовцы, кто на обучение, приходите, не забудьте, сразу после вебинара. Можете даже мой вебинар не смотреть, потом запись посмотрите. Главное, на тренинге будьте, потому что у нас завершается второй поток, мы начинаем третий. Надо его красиво завершить. Четверг, вебинар от Алексея Чиженко, 20.00 Москвы. Приходите тоже, приводите партнеров. Алексей качественный спикер и за вас сделает большинство работы. Вам останется только человека зарегистрировать. В пятницу открываем офис в Екатеринбурге, в воскресенье открываем офис в Москва-Сити. Вот такой у нас план. Отлично. Давайте дальше. С этим разобрались. Помните, что нам нужны активные партнеры в команду? У нас уже крутая команда, но мы расширяемся, у нас расширяется вообще все. И нам уже нужно закрывать некоторый функционал. Поэтому, ребят, очень ищем веб-дизайнера, сайта дева, SMM-специалистов. Ребят, которые вообще вот в SMM шарят, могут вести социальные группы какие-то. Также нам нужны в офлайне ребята активные, кто примет на себя часть организации, часть только. Мы очень много работы сделаем сами, нам нужно просто немножко помочь. Собрать залы, забронировать, арендовать, организовать как бы сам процесс. Нужны просто хорошие люди тоже. Ну, у нас тут полный чат таких, да? Поэтому, ребят, если вы такой или у вас есть на примете такой человек, отправляйте его ко мне. Класс. По поводу монетки. Давайте столько плюсиков в чат, сколько вы вот хотите таких монеток себе в карман. Ребята, это настоящий такая физический как бы эквивалент биткоина. У него на одной стороне микросхемка такая, на другой как бы символ биткоина. Она позолоченная в защитном чехле. Ну, я, к сожалению, вам бы показал бы, но я уже подарил одному, я каждому человеку, которого как бы очень ценю, даю такую монетку. Ребята знают. И я так часто хороших людей стал встречать в последнее время, что они у меня все кончились. Я их из Америки заказываю и закажу еще, не переживайте. Ребят, для Метрополис, ну и разумеется, Сиренит, компания дарит такую монетку в честь Нового года. Завтра будет дана ссылка, по ней нужно будет заполнить формочку, просто ну, кто вы, что вы, какой у вас оборот и адрес, по которому вам эту монету направить. Она будет идти из Гонконга, предупреждаю, это не очень быстро, поэтому к Новому году, я думаю, под елочкой, либо на почте России, вы обнаружите такую монету. Поэтому все. Ну, продублируем, думаю. А нет, не продублируем, приходите все на вебинар, там получите ссылку. Отлично. И по поводу, собственно, крутейшего обучения. Поставьте, пожалуйста, минусы в чат, кто ни разу не слышал о нашем тренинге спецназ S-Trade. Это супер тотальное продвижение онлайн. Есть такие ребята? Я просто по нему постоянно толдычу, мне кажется, уже не нужно даже повторять. У нас порядка 100 человек, наверное, уже его прошли, но поменьше немножко. 70-80. Но, ребят, очень коротко. Риторика, конечно, всему голова. Риторики я обучаю бесплатно. Если завтра вы постараетесь в группе пошуметь лайками, репостами, комментариями, тогда получите запись, кто не смотрел. Но для риторики вам нужны уши. Не ваши, а вашего собеседника. То есть, чтобы сделать качественную, эффективную работу, вам нужно с кем-то вести диалог. Понимаете? Соответственно, у нас работа делится на два самых главных базовых направления – онлайн и офлайн. То есть в офлайне вы просто можете одеть шапку, пойти в клуб, в кафе и там пообщаться с людьми, с друзьями, либо с новыми друзьями, либо завести знакомство, либо по старым пройтись. Ну, это классика работы в офлайне, список, да? Либо это онлайн. В онлайне куча людей. Сами представляете, что полные соцсети уже забиты вашей самой горячей целевой аудиторией.
И эти люди, вам даже из дома выходить не надо, они на расстоянии касания клавиши на клавиатуре. Но, чтобы это делать эффективно, нужно использовать современные инструменты. Ну, вот я уже дразнился миллион раз, да, вот этими слайдами. Смотрите. Значит, это приходит прибыль от компании Straight за создание бонусов. Ну, портфелей, да, компания платит бонусы. Начинается это все в 2 минуты первого. То есть только вот новый день начался, ночь настает, полночь. Пошли начисления. Вам-вам-вам, сейчас следующий слайд. Вам, это уже другой слайд, это ночь продолжается. Пошли начисления. И ночь идет дальше, вот 4 утра, да, ну плохо видно на слайде, ну короче вот, приближается к утру. И следующий слайд, это уже другой слайд. И в общем, активный партнер спит, а ему всю ночь идут деньги. Как это сделано? За счет работы в онлайне, именно таких инструментов. Вообще, конечно же, это секрет, но для наших партнеров мы, наоборот, заинтересованы, чтобы у вас было все по максимуму хорошо, чтобы вы просто были завалены людьми и, соответственно, деньгами. Компания вас вознаградит согласно плану маркетинга. Просто делайте свою работу и не просто регистрируйте, разумеется, людей. Задача, ребята, не зарегистрировать человека, не взять его деньги в компанию перевести. Задача человеку помочь. То есть вы получаете вознаграждение за то, что вы этого человека ведете как личный менеджер-консультант. Вы должны быть компетентны. Это очень важно. Вы за это на самом деле получаете деньги, не за то, что вы кого-то привели. Вы человека должны поддерживать, объяснять ему, как пользоваться криптовалютой, как в компании что работает, подсказывать ему что-то, приходить там на помощь, если он затупил в каких-то моментах. Но для создания потока и очереди клиентов, потенциальных и партнеров, вам нужно вот такое обучение, если вы хотите развиваться в онлайне. То есть это определенный софт, программное обеспечение, которое настраивается определенным образом и просто начинает как магнит тянуть на вас людей из онлайна. Люди сами к вам выстраиваются в очередь, вы утром открываете ноутбук, а у вас там куча сообщений. Там, Александр, расскажите о вашей компании, пожалуйста. Дальше уже вступает в дело риторика. Ну, думаю, все это понятно. Большинство ребят это слышали, поэтому не буду заострять на этом внимание. Завтра будет ссылка, куда можно будет записаться в новый поток. Обучение стоит копейки. Это просто, чтобы отфильтровать праздных зевак и пришли только те, кто хочет результат. Условия простые. Нужно быть активным партнером. Не качать там 10 разных каких-то проектиков, а конкретно понимать, что вы развиваетесь вместе с нами, вместе с нашей компанией и хотите стать состоявшимся профессионалом с хорошим чеком. Нужно определенную компьютерную грамотность. Ребят, нужно прям вот, ну, не знаю, как делать. Приходят люди с низкой грамотностью компьютерной, им тяжело, ну, объективно тяжело, поэтому надо вводить какой-то, мне кажется, и опять же не хочу возможности у людей отбирать, но с другой стороны не хочу, чтобы люди разочаровывались. Если вы молодые, активные, прекрасно разбираетесь в компьютере, интернете, это для вас. Ну и, конечно, нужно соцстраничку хотя бы ВКонтакте вести. Стоимость вообще копейки. 1500 рублей – это услуги тренера, который вас будет полтора месяца обучать. Занятия будут два раза в неделю, по часу-полтора. Очень много практики, все работа в одном софте, то есть все функции многофункциональные, только в одном программном обеспечении. Дополнительных затрат, ну, практически не надо, копейки там 150-200 рублей максимум на прокси, аккаунт и прочие матерные слова. Ну все, с этим закончили, завтра записывайтесь. И в конце я решил делать такую рубрику, как call to action некоторые, то есть призыв к действию. А то поболтали, разошлись, вроде бы ничего такого. Давайте делать что-то, какие-то конкретные шаги. Раз в неделю буду давать какие-то полезные конкретные задания, которые вам помогут. Задание этой недели – Telegram. Установить на компьютер, вступить в чат партнеров, вступить в канал Telegram, где все важные новости, и установить бот Straight. Давайте плюсики, если выполните те, кто еще вот этим не владеет. Реально, полезная вещь, у вас должно это быть. Это повысит вашу эффективность. Вы не пропустите хотя бы, не будете, как некоторые зомби, шататься какие-то бескураторные и спрашивать, а где я сегодня, а во сколько сегодня? Что это вообще? Ладно, ребят, в час хочу уложиться, да, помните, обещал вам больше часа не вести вебинары, поэтому у меня, в принципе, на сегодня вся информация тут, поэтому если у вас какие-то вопросы, давайте задавайте, я с удовольствием отвечу и пойдем уже отдыхать.
Сегодня был насыщенный день. О, давайте вам пожалуюсь. Пока вы ваши вопросы пишете, пожалуюсь вам немножко. Офис в Екатеринбурге. Я изначально хотел сделать очень современным, таким, знаете, молодежным. Вот как у Гугла. Вот это же такие крутые офисы, куда люди приходят не как на работу, вот офисный планктон, а куда прям хочется идти. И ты там не сидишь, как белка какая-то в колесе, а просто вот тебе удобно, комфортно, чуть ли не игровая приставка стоит. Вот я такой же офис хотел сделать, и всю, вы знаете, вот эта мебель вот динозавровская, которая вот совдеповская такая, прям вот терпеть не могу ее. Я изначально решил такое вот современное, легкое, комфортное такое, где вот прям психики вот прям петь хочется. И, соответственно, это очень высокоэффективный режим работы включается. К чему говорю? Закупил я всю эту мебель, все, выгреб оттуда пустое помещение, красивое, современное, с витражными окнами. В коробках из Икеи, там, из Хофа все нас возили. И это же надо такая везучесть, когда прорывает батарею. Просто батарея в переговорке рвется и хлещет кипяточище по полу. И эта мебель вся там лежит в коробках по полу. И, в общем, жесть вообще жестокая. Просто кошмар. Но ничего. Карма у нас хорошая, вовремя там сработала сигнализация, прибежала управляющая компания. Сейчас, в общем, все исправят, надеюсь, в пятницу запустимся. Страховки. Карма хорошая, говорю же, ничего в принципе не пострадало. Там сейчас управляющая компания и застройщик, не знаю, кто из них в смертной драке победит. Победителя я убью сам и будем заезжать в офис. Что, ребят, нет вопросов? Ну отлично тогда. Если нет вопросов, то плохо, конечно, с одной стороны. Может, вы не работаете, потому что вопросы есть всегда. Вот активные партнеры меня с утра до ночи заваливают вопросами. И это хорошо. Это значит, человек работает. Это значит, он в динамике, он в потоке. Он сталкивается с какими-то ситуациями, их решает. Поэтому не понимаю, почему у вас нет вопросов, но нет так нет. Ребят, спасибо, что вы пришли на нашу планерочку. Спасибо, что понедельник, тяжелый день, находите время, чтобы узнать новости компании, получить какое-то расписание, план на новую неделю. Будем рады видеть вас на всех наших событиях онлайн и офлайн. Спасибо всем.